что бы ты сделал на нашем месте с такой, как ты? Я ей выдал, да нет, неправильно. То есть, это как себе представляешь? То же самое, если ты там где-то закурил, получил, да, по фанере. Такая ситуация для тебя, да, сложилась? Я больно боюсь, бейте, пацаны. Так справедливо будет. Справедливо? То есть нашего самого пацана какие-то гаражи убили, ты зассал, пацана своего бросил. То есть, по-твоему, Ералаш будет лежать в могиле мерзнуть, а ты справедливости хочешь, да? Потому что, когда ты не по справедливости... Нет, всегда по справедливости. А что ты дрожишь-то стоишь? Все нормально, все хорошо. Вот. Простите, пацаны. Пацаны не извиняются. Он же сам заорал-то. Пацаны, мы здесь. А я в автобусе уже дверь держу. Водитель, да, не остановил, но... Адидас, ты же нормальный. Не тебя, Владимир Кириллович, что ж падает. Чебаха. Серёга,
Мам, здесь я. Я с вами больше, чем ты, я ничего, человек, молодец.